Верховномус. Слава. Когда он уже сообщил о вашем визите. Она только уснула. Она? Да, конечно. Это она. Аппликант номер 17. Капитан велел передать, ожидайте поступления нового бурихатого материала. Передайте капитану, чтобы в этот раз женщины были в целости и сохранности. Эй, тварь! Просыпаемся! Аккуратнее, у нее и так сотрясение мозга. Чего? А вы, доктор, разве печетесь о здоровье нашего врага? Как-то странно, не находите? Вам ведь надо ее допросить. Ну и? Любое дополнительное повреждение убьет ее, и информацию, соответственно, тоже. Ну-ну. А что она так смотрит на тебя? Я вколол ей сильнодействующее снотворное. Она будет без сознания около суток. Зачем ты ему позволил вколоть снотворное? Он же сочувствует врагу. А может быть, ты тоже сочувствуешь врагу? Или ты знаком с этой гадиной? Она же ведь обращалась к тебе. Да. Ты как будто бы ее вспомнил. Ты рассинхрон! Я тебя сейчас прикончу. Может быть, это зачтется, раз мы завалили задание. А я живой. Живой.